во вступительном призе на старте приготовились. Ой, все-таки не принял. Да. К сожалению, Кориандер остается в боксах. Первый старт его сегодня не состоялся. Прием кучный. Деграф выходит вперед. Деграф под седлом Инала Хакунова повел скачку. Вторым Гаргон Немо, третьим перевал. И замыкает Дайсан. Скачку продолжает вести Деграф. Ему сейчас надо сместиться в бровку. При выходе на противоположную прямую. Гаргон Немо вторым. Перевала сдерживает Тимур Гусейнов. И тут же Дайсан. Лошади идут по противоположной прямой. Деграф лидирует. Гаргон Немо вторым. Юрий Тихонов его сдерживает. Точно так же перевала сдерживает и Тимур Гусейнов. И замыкает Дайсан. Продолжает лидировать Деграф. Тут же Гаргон Немо и перевал. И замыкает, ну уже теперь не замыкает Дайсан, ну вот вновь Дайсан отпадает на последнее. Но лошади идут очень кучно. Перевал захватывает Деграфа и выходит вперед. Перевал повел скачку. И тут же Гаргон Немо. Гаргон Немо выходит на второе место. Два фаворита. Лидирует Дайсан, подъезжает к Деграфу. На Дайсане Далим Биджиев уже в посыле во все. Перевал ведет Гаргон Немо вторым. Между ними где-то полкорпуса, но у Гаргон Немо бровка, что по Пятигорску, как мы знаем, очень важно. Начинает посылать Тимур Гусейнов перевала, и пошла борьба за лидерство. Выход на финишную прямую. Перевал ведет, и тут же Гаргон Немо. Гаргон Немо выходит вперед. Перевал вторым. Перевал уступает лидерство. А в хлысте уже едет Тимур Гусейнов и отпадает перевал. А бросок делает Дайсан. Финишная прямая. Гаргон Немо лидирует. Гаргон Немо впереди. И если кто его сможет атаковать, то только Дайсан. Гаргон Немо лидирует по финишной прямой. Дайсан вторым. Сможет ли Дайсан на последних метрах дистанции достать Гаргон Немо? Нет. Похоже, что не сможет. Хотя интервал между ними сокращается. Гаргон Немо приближается к финишу. И Гаргон Немо второй год подряд выигрывает вступительный приз. Перевал, перевал, перевал. Лишь третьим.